Второй тур выборов в Башкане ровно через 2 недели. Да. Уже меньше 2 недель. 14 мая. Кстати, какие выборы президента Турции. Насколько вероятен и высок риск, что власти найдут какую-то изюминку, подноготную Ахиллесову пяту, отменят результаты, если их не устроит победа, к примеру, кандидата Шора или кандидата, или господина... Они попали в классическую вилку. Все, что они могут только ухудшать свое положение. Любой дальнейший ход власти будет просто ухудшать положение. Но будут выборы, и, как вы говорите, не устроят, они отменят. И что, пойдем дальше? И опять будет то же самое, еще хуже, я уже говорю, не говорю про демократию. Люди будут очень взбешены всем этим, в Гагаузии, да и не только. Нам здесь тоже не все равно, как власть себя ведет. То есть аморфности не будет? Люди будут бунтовать, да? И плюс ПАС позволяет себе такие не просто гадости, какие-то подлые эти замечания, что если что, они пересмотрят статус, они там еще разберутся. Они вообще не понимают, как люди не подготовлены совершенно, под чем они поджигают порох. Они вообще не соображают, что они делают. Так, может, когда... на самом деле не соображают? Они же от гагаузских реалий очень далеки. Да, я и говорю, они не соображают, когда они делают такие заявления.